скорость 60-80 километров. А, и плавают со скоростью 20-40 километров. И еще они едят водоросли, поэтому они ныряют. Да, да, на 4-5 метров глубины. Вообще. Почему только у лосей бубенчики такие? А потому что у них наибольшая вероятность снести забор. Вот это вот, например, видите нарощенный забор сверху на одну палочку? Да, да. Потому что если убрать верхнюю палочку, она перепрыгивает на раз-два. С места, да, с такими-то ногами не удивительно. Да. И выносит забор, да, скажи? И выносит. Знать, где этот колокольчик ходит. Если его убирали, он к нам пришел. Нет, что-то не очень. Нужно гладить. Рогажник внушали, да? Классная девушка. Так что вот три раза клиническая смерть. А если так гладить, рука может быть промасленная. Это когда лось летний не промасливается, у них поэтому хвоста нету, чтобы насекомые не кусали. Я просто не увидела рога. Блин, такой мягенький. Ко всем хочет. На руки. Не похоже, да, на злого лося? Да. Ну, Саша, мы нашли с собой. Будет скучно. Зонгорди меня. На самом деле, смотрите,